день дома Лунского колхоза в Сибири. Все Виталий Геннадьевич добровольно выдают спиртосодержащую продукцию. В гараже у жителя города Усть-Каменогорск, то есть он незаконно хранил дома спирт в количестве 4,5 тонны. В ходе осмотра было изъято у него 632 штуки 5-литровых бутылок с прозрачной жидкостью, 41 штук коричневая жидкость, тоже в 5-литровых бутылках, и также было изъято 12 бочек 100-литровых спиртосодержащей продукции. Этот спирт не пригоден к употреблению, и градус его составляет где-то 32-33 градуса. По этому факту он привлечен к административной ответственности.